подохнуть нельзя. Бегом, бегом, бегом. Всем привет, меня зовут Раиль, это Хижина Музыканта. Как вы поняли, сегодня впервые в Рунете баянист в чат-рулетке. Посмотрим реакцию людей на данный инструмент. А в целом, ребята, я очень старался, 2 дня записывал. Поставьте лайк этому видео, подпишитесь на канал, врубите колокольчик и приятного просмотра. Смотрите, какая красавица, а? Ребята, это первая золотая кнопка в Республике Татарстан. И я хочу выразить огромную благодарность за вашу поддержку, за то, что вы смотрите. Предлагаю выпустить отдельное видео по распаковке данных кнопок. Только если вам это действительно интересно, напишите об этом в комментариях. Привет. Привет. Привет, привет. Ты, мне кажется, я его где-то видела. У меня тоже такое ощущение. Нет, у нас просто был похож. А, да, похож. Который с этим был. А, ну да. Че, на гитаре играл, что ли? Нет, он просто был... Он ни о чем не играл. Ну, короче, очень похож на себя был человек. Не, ну мне говорят, что я похож на Лёву из кухни, типа сериал. Да! Реально! Или на реального, этот, из реальных пацанов Базанов, типа мент. Кстати, да! Вы что, реально не поняли, о ком он говорит? Сейчас, подожди. Нет, я пытаюсь вспомнить, как он выглядит. Сейчас. Он очень похож, да, на него. Да, блин, похож. Ты играешь? Да. Можешь сыграть что-нибудь? Сейчас я посмотрю, я покажу вам, и... Да, давай, пока показывай. Просто девчонкам не нравится баян, им больше нравится гитара, вот это бесит. Да нет, сыграй, погнали. Он именно, знаешь, как-то, типа, именно... Да, на Богдана похож еще чуть-чуть. Смотри, сыграю вещь, под которую Конор Макгрегор выходил, типа, когда-то на ринг. О, давай. Блин. Блин, у меня такая очень дикая ностальгия, потому что у меня играло все мое детство, мой прадедушка на баяне, вот, и я очень поностальгировала прямо сейчас, когда он играл. Вот, это прям меня вернуло в какое-то детство чуть-чуть такое. Ну, у нас с тобой связь есть, потому что у меня тоже дед играл, но он вот недавно умер, и я, типа, продолжаю его дело. Ну, не забывай. У нас еще одна девочка. О, хеллоу, хеллоу. Вы художницы, да? Да, это моя комната, типа, это все мои картины тут стоят, все. Жестко, но стильно, знаешь? Спасибо, спасибо большое. Блин, а ты можешь что-нибудь сыграть такое, знаешь, на какие-то... Такие мотивы французские, типа вот это, короче, когда... Ничего себе ты вспомнила. Я очень давно не держал баян, так-то у меня есть одна мелодия. Сейчас попробуй сыграть. Я просто как будто... Аврова. ЖТМ. Сейчас прикольно будет. 2 раза быстрее. Мои пальцы горят. Блин, это очень круто. Это прям... Вы лучшие собеседницы, кого я встречал сегодня. Спасибо. Оставляй свой инстаграм. Мы самых крутых людей здесь просим. Спасибо, давай. Вот здесь у меня написан ник, короче. Вот так, пишешь Хижина Музыкант. Где мы его видели? Да. Я звука. Можешь ли их показать? Хижина Музыканта. А. Да, Хижина Музыканта. Блин, это очень... Я так и знала. Я топка. Ага.
Неплохо. Блин, это очень круто. Ну, я понял, что в начале, типа... Скинь мне. Может, узнали? Не то. Так, и ты еще такой... Ну, я давно не брала в руки баян. Не, это честно. Вот вы сейчас зайдете на канал, я там везде с гитарой. Но моя основная профессия — баян, да. Я думала, где же гитара? А ты можешь на гитаре еще что-нибудь сыграть? Мы не хотим, мы хотим послушать музыку твою. Хижина как? Музыкант. Музыкант. А Инстаграм у тебя есть? Именно Инстаграм? Или нет? Да, есть. Написать в чате могу. Давай. Просто гитару достать надо? Сейчас, секунду. А мы появимся в видео. А вы не хотите? Нет, мы... Вы чё? Вас вообще полюбят? Вы же вообще классные. Московские девочки. Ой, московские. А, кстати, пока связь не оборвалась, может, напишите свой инстаграм, а то реально потом не найдет. Да, пиши, поехали. Ребята, в этом видео отсутствует реклама, но безумно хочу, чтобы вы послушали мой новый трек под названием «Зарядка». Смотрю тебе вниз, и там вода, краса умна не по годам. Ссылочку оставлю в описании под видео, слушайте там, где вы всегда слушаете. Опа, давай. Здорово. На баяне! У меня что? Дед на баяне ебашил. Давай, отожжем. Сейчас танцуй. Ну-ка, танцуй. Плачущей земле, не чуя сапогов. Наш обескровленный отряд уходит от врагов. Питаясь на ходу щавелевым листом, ночуя буерак под калиновым кустом. Нам отдохнуть нельзя, бегом. И наши якобы друзья засели за бугром и смотрят, как нас бьют, не отрывая глаз. Не только русские дороги полностью за нас. Вытри слезы, отдохни немного. Я русская дорога. Отходи, а я тебя прикрою грязью водою. Нормально флексите. Красавчик. Дальше занимайся этим, чувак. Спасибо. Давай. Вау! Не лето, сам не лето, мне в чат рулетки попался. Если тебе будет грустно, приходи туда, где пробежали мы. В консерватории учился? Не лето не можешь играть? Ну ты лошара! На самом деле это была запись, потому что данное видео я уже где-то видел. Пользуясь случаем, хочу вам рассказать небольшую историю. Когда я был в армии в 2019 году, я сдружился с Даней, не лето. Мы общались ВКонтакте, я поддержал его трек «Куртка на двоих». Прощай, моя любовь. А он поддержал меня, станцевал под мой трек «Ненормальный». Я ненормальный, хотя в душе и лири. Но спустя время удалил это видео со своего канала. И пользуясь случаем, ребят, хочу вас попросить, давайте все вместе напишем ему в Инстаграме и ВКонтакте и отправим ему это видео. Возможно, он увидит. А, ненормальный. Пусть он вспомнит меня в армейские годы. Привет. Что, а сыграешь? Ты играешь? На баяне? Да. Ну, только на нервах. Ну так. Ну попробуй на баяне. Попробую на баяне, да. Давайте я вам сыграю. А вы угадайте название и группу. Давай. Че, никак? Блин, знакомый очень, я не знакомый. Могу вспомнить.
Все, сдаетесь? Да, я не знаю. Linkin Park? Numb? Ну, Numb, да. А, точно! Блин, я просто помню, что-то знакомое. Не помню, что. О, а можно ник? Мы сейчас прям найдем. Я найду. Так, ну вот здесь... Нет, не здесь. А сколько подписчиков? Да какая разница? Нет. Вот здесь написано, увидишь? Вот так. Хижина музыкант. Подожди, стой, стой. Стоп, стоп. Стой, подожди. Ну я просто название тебе говорю, вот так, если напишешь. Ну, это этот, я не знаю, это что такое вообще, это диплом братишки, походу. Ну, мы назвали канал вот так. Что-нибудь вам спеть-то, да, надо? Да, давай. Да, давай. Давайте. Она немного ниже меня ростом. Ее глаза светятся, будто космос. Ее глаза цвета темной печали. И для нее корабль мой причалил. Она не любит сигареты и алка. И для нее мне ничего не жалко. И не важна ей никакая мода. Если она наркотик, буду наркоманом года. Она чистая, как слеза. Но я сделаю все, чтобы не видеть их. И ты не плачь, пусть плачут небеса. Ведь я построил этот мир только для нас двоих. Посмотри в мои глаза, там моя любовь. Руки в твоих волосах путаю вновь. Запах твоих милых губ сводит с ума. Я без ума. Она немного ниже меня ростом. Ее глаза светятся, будто космос. Ее глаза цвета темной печали. И для нее корабль мой причалил. Она не любит сигареты и алка. И для нее мне ничего не жалко. И не важна ей никакая мода. Если она наркотик, буду наркоманом года. Браво! Спасибо. Так какая красота у вас там сзади, за окном прямо, ну, да, видите. У нас вечернее Подмосковье, так сказать. У тебя прям как? Ангельский голосок, прям вау. Да? Ну, кстати, почему бы мне тогда свою не спеть, реально? Давай, вот как раз будет. В Москве надо ее пропиарить как следует. Уже 4 человека есть. Ладно, погнали. Не влюбляйся, я не твой герой. Будет больно, не тревожь покой. Ты скучаешь так же, как и я. Снова плачешь, не твоя вина. Не влюбляйся, я не твой герой. Чему не приведет быть холодной, словно самый стойкий лед, не влюбляйся. Все же было хорошо, я не тот, с кем будет сладко вечно в стране казино. Гороскопы и журналы, совместимость наших знаков. Ищешь поводы для встречи, проверяешь мои лайки. Ты подсел на любовь, ведь заразительная игла. Ты наивная и малая, ничего не поняла. Не скажу, но больно отпускать. Я молчу, но хочется кричать. Это очень круто. Это прям вообще. Ты сам написал и текст вообще, и, блин, это... Да, вообще, да, это да, да. Это очень круто. Ну, это я теперь отныне фанатки. Да, фанатки. Фанатки. Не, ну приятно. Ребята, если хотите продолжение данной рубрики, давайте наберем 20 тысяч лайков, и я продолжу снимать, хотя это совсем не просто по сравнению с гитарой, все уже привыкли. Ну и огромное спасибо вам за просмотр. Не забывайте слушать мой новый трек. Скоро увидимся, пока.